В музейно-выставочном комплексе проходит выставка новогодних игрушек 19-20 веков. В экспозиции представлено более 200 экспонатов. Все елочные украшения из фонда Краеведческого музея Люберец. Новогодние гирлянды, расписные стеклянные шары, шишки, сосульки переданы жителями округа. Мы рассказываем школьников о истории новогодней игрушки, истории елки, когда нас стали наряжать елку, когда первые игрушки были, как украшали, как пришли к таким игрушкам, которые стали сделать из стекла и ваты. Выставку «Ретро Новый год» можно посетить каждый день с 10 до 19:00. Она продлится до 31 декабря.